Цветная капуста с сыром в духовке – очень полезное блюдо, которое легко приготовить. Цветная капуста есть в магазинах круглый год как в сыром, так и в замороженном виде, так что блюдо доступное. Цветная капуста с сыром в духовке подается горячей, вкусная, полезная, легкая. Это отличная закуска. Бекон и белое вино придают блюду очень интересный вкус. Цветную капусту с сыром в духовке приготовила я в первый раз по рецепту из журнала. Впоследствии цветная капуста с сыром в духовке стала дежурным блюдом, так как у меня всегда есть в заморозке цветная капуста и в холодильнике можно найти копчености. Ну а без вина, конечно, можно обойтись. Используйте различные специи, и у вас каждый раз будет новый вкус. Удачи! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Капусту разобрать на соцветия, залить вином и запечь в духовке 10 минут при 200 градусах. Приготовить соус, смешать майонез, сметану, горчицу и яйцо. Бекон порезать мелко, сыр натереть на терке. Залейте капусту соусом, посыпьте сыром смешанным с панировочными сухарями и запекайте в духовке 15-20 минут, пока сыр не растопится. Подписывайтесь и ставьте лайки. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. А теперь ингредиенты. Капуста цветная, 800 грамм. Сыр, 100 грамм. Бекон, 100 грамм. Вино сухое белое, 125 грамм. Сухари панировочные, 1 столовая ложка. Зелень, 10 грамм. Соль, по вкусу. Майонез, 2 столовые ложки. Соус, сметана, 2 столовые ложки, соус, яйцо 1 штука, соус, горчица 1 чайная ложка, соус, количество порций 6. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Удачи, друзья, заходите.